Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу одну очень интересную методику, как увеличить рост за неделю. И это не шутка, вы сможете увеличить свой рост за неделю на 1.5 сантиметра. Эта методика была испробована многими людьми, и они оказались просто в шоке, в восторге. Возможно, вы даже знаете про Элис Робинсон, которая исследовала данную методику. И она доказала, что рост будет увеличиваться не благодаря каким-то природным факторам. Рост увеличивается благодаря растяжению позвоночника и увеличению пространства между позвоночными дисками. Ну, давайте же начнем. Полетели. Это уже доказанный факт, что когда вы ходите, ваши межпозвоночные диски сплющиваются, тем самым уменьшая размер вашего позвоночника, тем самым уменьшая ваш рост. А вот когда вы спите, ваши позвонки расслабляются, и рост может увеличиваться на целых 5 мм. Еще вы, конечно, можете использовать упражнения на турнике, которые я показывал в своих предыдущих видео, но нужно знать, что после 25 лет человек уже не растет, и очень мало чего изменится, даже если вы будете использовать упражнения на турнике, даже если вы будете спать сутками и так далее, вряд ли вы уже вырастете. Но до 25 лет у вас есть все шансы вырасти. Второй вариант — это ездить на велосипеде, это позволит увеличить ваши ноги. Прикол в чем? Прикол в том, что вы должны поднять максимально вашу сидушку велосипеда и дотрагиваться только кончиками пальцев на ногах ваших педалей. Вы должны крутить педали кончиками пальцев. То есть не целой стопой, а кончиками пальцев докасаетесь и должны, ну, изо всех сил пытаться как бы дотягиваться до этих педалей и прокручивать их. Самое главное — не повредить связки, так что особо не переусердствуйте. Кататься нужно 1-2 часа в день, постепенно увеличивая трассу. Следующее, как я и говорил, нужно использовать дополнительные упражнения для того, чтобы вырасти. Это такие упражнения, как висение на турнике, некоторые скручивания на турнике и так далее. Эти все упражнения вы можете найти у меня на канале, просто введите в поиске «Как увеличить рост Арчо Моррис», что-нибудь такое, и вам выдаст видео, в котором вы хорошо узнаете о том, как увеличивать рост с помощью турника, с помощью различных скручиваний на турнике, с помощью висения и так далее. Выполняйте упражнения, которые будут растягивать ваш позвоночник. Это также очень максимально полезно для тех, у кого есть сколиоз. Делайте такие упражнения, как кобра. Делайте такие упражнения, как когда вы лежите на полу и закидываете ноги за голову. Это будет тоже растягивать ваш позвоночник. Также делайте обязательно разминку, заминку, когда вы тренируетесь. Обязательно в разминке делайте упражнения, которые позволят растянуть ваш позвоночник. То есть, например, вы стоите и пытаетесь ладонями либо кончиками пальцев достать до земли. Обязательно плавайте, потому что когда вы плаваете, ходите в бассейн, когда вы плаваете, то ваш позвоночник расслабляется, ваши межпозвоночные диски, они расслабляются, мышцы напрягаются, а позвоночные диски расслабляются, потому что они находятся в такой невесомости. Это определенно очень полезно, поэтому если вы хотите вырасти, то бегите в бассейн. Также очень важно правильное питание, что позволит вашему организму получать микро-макронутриенты всякие, витамины и разное другое, белки, углеводы и так далее, от чего организм будет естественно расти. Ведь еда дает энергию, а всякие витаминки ускоряют рост ваших костей. И последнее, хорошо спите, желательно на ортопедическом постельном белье. Я уверен, что эти все советы были вам полезны. Попробуйте увеличить рост за неделю. Я уверен, у вас что-нибудь да выйдет. А так, спасибо огромное за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. И увидимся в следующем видео. Пока!